Росстат опубликовал первые в 2024 году данные о стоимости продуктов в округе. В январе продолжился традиционный для нынешнего сезона рост цен на овощи и фрукты. Лидером стала капуста, которая прибавила 13% и в среднем стоит теперь 38 рублей за килограмм. Картофель подорожал на 10% и достиг отметки 33 рубля за кило. Лук вырос на 8 пунктов, морковь почти на 5. По данным ведомства, на 10% подешевели сосиски и сардельки до 511 рублей за кило. На 6 пунктов опустились цены на твердые и мягкие сыры. На 25% в среднем стала ниже стоимость колбасы. Молочная продукция колеблется незначительно. Литр молока подорожал на 30 копеек, сметана на 3 рубля. За новогодние каникулы на 11% выросли в цене куриные яйца. С начала 2023-го этот вид продукции стал дороже на 60%. Однако в последние дни стоимость постепенно снижается.